Zakwi, right? we're going to just have a discussion on this topic of Industry 4.0 and how to retain talent in a digital economy. So I thought it would be great to start, you know, with my left right here, to maybe just give 1 minute overview of who you are, your work, and then maybe you could give us 2 points. The first point is, what do you see Industry 4.0 in your vision in Belarus? Your opinion? And then the second one is, what do you think we can do in Belarus to advance talent retention in today's digital economy? I would ask not to exceed 2 minutes. So maybe we can have some time to have people ask questions from the audience. If they don't have questions, I have a list in my phone here. Yeah, please. Добрый день, уважаемые участники форума. Меня зовут Настя Хоменкова, заместитель директора группы компании BLBiz, заместитель директора бизнес-клуба «Имагуру», который является, наверное, в городе Минске таким катализатором талантов, людей, которые стремятся к самообразованию, к самозанятости. И это то место, которое привлекает и инновации, технологии, и людей, которые этим интересуются и стремятся к новым знаниям, соответственно, место, где рождается новая экономика знаний. Кроме этого, мы работаем с корпорациями и помогаем им через различные наши продукты. Я могу более подробнее потом привести примеры таких продуктов, развивать таланты внутри компании, развивать интрапренершип и удерживать таланты. Это дизайн мышления, лаборатории, классы, которые мы проводим, получив предварительно образование в Стэнфорде, в Сан-Франциско, в Кремниевой долине. Это хакатоны, и сегодня вы увидели один из примеров хакатона. И это различные образовательные программы, начиная от маленьких детей, которые у нас учатся креаторству, то есть создают свои собственные технологические продукты, подростки, а также международная школа стартапов, в которой учатся также многие талантливые люди и сотрудники разных корпораций. Здравствуйте, дорогие друзья. Я представляю консалтинговую группу «Здесь сейчас» и являюсь директором бизнес-школы «Здесь сейчас». Консалтинговая группа «Здесь и сейчас» — это три направления. Это бизнес-обучение, это консалтинг и это институт Адизиса. Если говорить с точки зрения бизнес-обучения, то мы представляем более 180 учебных программ, долгосрочных, годовых. Это и программа MBA в формате мини-MBA, это годовая программа Executive HR для директоров по персоналу. Сейчас у нас выходит годовая программа по маркетингу. Это большой спектр среднесрочных программ. И, естественно, большое количество краткосрочных программ. Это тренинги двухдневные, трехдневные, в том числе и достаточно большой спектр корпоративного обучения. Конкурентным преимуществом бизнес-школы «Здесь сейчас» является то, что у нас есть возможность предоставления, кроме бизнес-обучения и консалтинговых услуг. И в этом
пожалуй, одно из серьезных преимуществ нашей бизнес-школы. За 21 год ее существования ее учениками стали 27 тысяч человек, более 5 тысяч организаций. Ну и ежегодно мы проводим порядка 100 корпоративных обучений, предоставляя возможность затачивать навыки лидерства, навыки менеджмента, продаж, финансов, маркетинга и управления человеческими ресурсами. Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю Белорусский национальный технический университет. Это ведущий инженерно-технический вуз нашей страны, в котором функционирует уже почти 25 лет научно-технологический парк «Политехник». Это чисто университетский технопарк, который, как я сказал, начал свою деятельность уже больше, чем 20 лет назад. В период своей истории и существования мы использовали те классические схемы, которые созданы государством и способствовали в какой-то степени их созданию, по формированию инновационного духа, инновационного предпринимательства не только в университетах, но и в пределах нашей страны. Мы пошли с того, что мы реализовали ряд межвузских программ инноваций, которые были направлены на формирование соответствующей инфраструктуры. Это межвузский центр маркетинга НИР, это центры трансфера технологий по направлениям в профильных вузах, это маркетинговые региональные центры на базе классических наших университетов. Мы дали таким образом инструмент нашим вузам в том, чтобы они могли заниматься с научным либо образовательным товаром, что является для вуза классическим, как с товаром, а не как ранее это было, госнабы, госпланы и так далее. В конечном итоге мы зарегистрировались как центр поддержки предпринимательства при этом в Министерстве экономики. Это центр работает, именно специализируется в поддержке инновационных видов деятельности наших малых предприятий. Также мы сочетаем те современные способы и методы работы и инструменты, которые постоянно появляются в мире. Это и стартапы, естественно, коворкинг, это FabLab, который мы сейчас активно развиваем в структуре нашего университета, чтобы создать ту атмосферу креатива, которая должна способствовать формированию нашего университета не только как образовательного либо научного центра, но и предпринимательского центра, коими являются ведущие университеты мира. Хотел бы сказать, что эта работа ведется достаточно интересно. Сейчас в структуре нашего университета работает 18 инновационных предприятий. При этом это различные направления. Я бы хотел бы отметить, что это направления, прежде всего, технические, инженерно-технические, что достаточно трудно, если сравнивать с созданием таких предприятий, как, предположим, компьютерных либо программных, кто работает в IT-сфере. Вот кратенько о нас. Спасибо. Добрый день, дамы и господа. Меня зовут Дмитрий Черномырец, я директор по развитию группы компании Play Logistic Group. Рад в двух словах рассказать о нашем бизнесе, о нашей компании. Сегодня у нас бизнес представлен тремя направлениями, по горизонтали и по вертикали. Если говорить о делении нашей компании, один из наших бизнесов традиционный, мы строим, обслуживаем логистические системы, мы выполняем исследования, мы их проектируем и внедряем это в практику клиентов нашей компании. Мы это делаем по всему миру. Кроме этого, мы строим производственные системы, если я не сказал об этом, и наша новая компетенция, в которой мы очень активно развиваемся, это R&D-процессы, то есть процессы исследования и создания новых успешных продуктов. У нас есть своя бизнес-школа, где мы делимся знаниями, связанными с логистикой производства, R&D-процессами, то есть процессами создания новых продуктов. Ну вот два основных наших бизнеса, и третий, который мы в этом году очень активно начинаем развивать, а в следующем году уже предложим реальные проекты, это бизнес по как раз-таки разработке новых продуктов. Вот в двух словах о нашей компании. У нас есть сайт в интернет www.logist.by, и там гораздо больше информации о нашей компании. Добрый день. Петр Дудин из компании «Инкат», инженерный катализатор. Собственно,
Мы занимаемся тем, что работаем с техническими стартапами, hardware, как это сейчас модно говорить, и занимаемся тем, что катализируем их от стадии какой-то готовности первичного прототипа до финального продукта, с которым они выходят на рынок, начинают массовое производство. Наверное, мы больше всего работаем, наши потребители — это стартапы, наши партнеры — это венчурные и грантовые какие-то фонды. Мы компания находимся в Беларуси, но большинство наших клиентов из-за рубежа. И я бы просто хотел отметить, что то, что мы здесь собрались сегодня, хотим обсудить, очень важно достаточно, потому что за последние там, 3-4 года много чего происходит, и в том числе то, что вот усилиями Имагуру делается, Белбиза и неделя предпринимательства, то, что появляется гораздо больше понимания, зачем нужны акселераторы, зачем нужны вот эти все хакатоны и прочие модные штучки, из которых рождаются в будущем какие-то компании, которые пока называют стартапами. Ну, вроде бы, наверное, рассказал в двух словах, чем мы занимаемся. Спасибо. Thank you. So I'll start with my first question. What are some of the things that you've seen today for companies to keep and retain talent? And you spoke a lot about entrepreneurship. I'd love to hear what are some specific programs in collaboration with each other or other institutions that you're doing to keep innovations happening. Any of you, yeah. Ну хорошо, начну я, пользуясь положением. Наше видение, что для того, чтобы в компаниях развивать инновации, нужно сосредоточиться на образовании сотрудников и развитии внутренних проектов, идей, ну, что в принципе называется интрапренёршип. То есть что касается образования, то Имагуру пропагандирует наличие двух таких составляющих в программах — это предпринимательство и технологии. Мы делаем такие программы и для взрослых, и для детей. Как я уже говорила, у нас маленькие дети, например, учатся кодить, но как бы за этим образованием мы подразумеваем, что мы создаем из них новых креаторов. Они создают новый продукт. Мы задаем им вопрос, насколько этот продукт интересен тебе, твоему брату, твоим друзьям и так далее. И развиваем у них ощущение или чувство того, что вот они создатели, инноваторы. Когда мы говорим о подростках, то, безусловно, действующие бизнесмены или собственники бизнеса, они дают мастер-классы о том, что такое бизнес, как его развивать. Но во всех этих программах мы также даем классы по кодингу, для того, чтобы подростки понимали, что такое технологии, и могли также что-то создавать, либо хотя бы иметь понимание и управлять этим процессом. Технологичная школа Техминск или акселератор Техминск уже дает другой формат обучения. Это интенсивная программа, она основана на практике, попробуй больше, чем получи теорию. Ее преподают уже действующие, практикующие стартапы со всего мира. И мы еще предоставляем менторство. Эта программа идет 2 раза в год на английском языке. Когда мы говорим о развитии интрапренершип, мы очень сильно работаем с корпорациями. Сейчас я еще раз затрону школу Техминск. Да, очень много в наборах учатся сотрудников действующих крупных IT-компаний, не только IT-компаний. Мы этим дорожим. Нам кажется, это интересно трендом. Поддерживаем общение с нашими аламни. Но у нас
нас очень успешный опыт сотрудничества с корпорациями в части наших других продуктов. Например, лаборатория дизайн мышления, которая, с помощью которой создаются новые идеи внутри корпорации и даже решаются какие-то проблемы, с которыми сталкивается корпорация. Ее решают сами сотрудники, оказавшись в другой совершенно атмосфере Имагуру вместе с нашими тренерами. Хакатоны — это безумно увлекательная атмосфера. Вы увидели, что даже государственные органы, представители государственных органов, достаточно консервативная среда, и то мы сумели их так зажечь, что они смогли остаться на 24 часа. Иногда мы хакатоны для корпораций проводим на 48 часов. Более того, стало хорошим трендом, когда корпорации на свои внутренние хакатоны приглашают своих заказчиков, то есть будущих или потенциальных клиентов, для того, чтобы показать, какие таланты у них в компании есть, на что они способны, в принципе, ну и показать другим талантливым людям, насколько классно работать компаниях. В общем-то, вот на таких основных китах мы и продолжаем свои программы, и развиваем их, и приглашаем к сотрудничеству, в принципе, корпорации. I'd like to hear from a couple other people, especially about the collaboration between education and workforce, or workforce and entrepreneurship. Меня слышно? Да, я хотел бы добавить, очень интересно, что на самом деле здесь можно микроуровень, макроуровень рассматривать в развитии вообще всей этой среды. Наверное, микроуровень — это вот эта вот среда, которая развивается, и как-то вот здесь как закваска какая-то, в которой что-то происходит, из которой кто-то рождается. Макроуровень — это, наверное, как поддержка и инвестирование государства в человеческий капитал. Если государство будет продолжать инвестировать с точки зрения там, макро какого-то в образование, будет как-то создавать эти условия, то, в принципе, люди, которые здесь есть, а здесь в Беларуси очень много людей с инженерным образованием, очень качественным инженерным образованием. У нас сильная научная школа. Я сам, как выходец из белорусской научной школы, которая уехала на Запад в свое время и защитил там диссертацию, могу это подтвердить. Если это будет происходить одновременно на микро-макро уровне, то обязательно будет из этого что-то рождаться, какие-то новые инновационные компании, которые, неважно, будут работать на местном или на международном рынке. Важно, что в нашей стране большой потенциал того, чтобы R&D оставался здесь. R&D — это не окр, наверное, по-русски. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы проводили здесь. И они всегда здесь будут проводиться, потому что мы можем говорить, что мы там недорогие, какие-то дешевые, умные, хорошие. В любом случае, люди, которые здесь работают и будут оставаться работать тогда, когда будет иметь, для этих людей будет очень интересная задача. Если эти люди будут понимать, то, что они работают над важными проектами и будут включены в мировой процесс. То есть мировой процесс, если кто-то будет работать там, на мировой какой-то стартап или на мировую компанию, этим людям будет интересно оставаться здесь. И опять же, роль государства на макроуровне — это поддерживать, на микроуровне — уровень компаний, каких-то инициатив, акселераторов, организаций каких-то негосударственных, которые все это могут поддержать, там, направить и этих людей вместе собрать. Свой комментарий в отношении цифровой экономики и ее перспектив в нашей стране я хотел бы провести с учетом, будем говорить, управления человеческими ресурсами, потому что все мои коллеги, кто до меня выступал, говорили о том, что это экономика знаний, это то, что находится у людей в головах, и то, как они генерируют эти знания. Я бы хотел, чтобы каждый из нас, и особенно те, кто определяет экономику страны, внешнюю политику, очень четко понимали, что человеческий ресурс имеет две очень серьезные такие отличительные особенности, которые отличают его от всех остальных видов ресурсов, которые есть в стране, которые есть в любой компании. От технологических, материальных, финансовых, временных, информационных и так далее и тому подобное. Уникальность человеческого ресурса заключается в том, что это единственный из ресурсов любой компании или страны, которая определяет ее конкурентоспособность, потому что все остальные ресурсы можно скопировать, и делается это достаточно легко.
невозможно скопировать людей, невозможно скопировать те знания, которые находятся в их головах, и те знания, которые они генерируют. И вторая уникальная особенность – это тот единственный ресурс, который компании не принадлежит. И это очень важно. Как раз мои коллеги говорили о том, что в условиях инновационной экономики, когда есть соответствующая поддержка со стороны государственных институтов для того, чтобы создать условия для талантов здесь у нас в стране, и если это ничего не делается, то эти человеческие ресурсы покинут страну и переедут туда, где создаются соответствующие условия. Таким образом, вот эти два посыла уникальности, они должны находиться в головах, в первую очередь, тех, кто принимает решения. Руководителей любого ранга. Следующий очень важный момент с точки зрения цифровой экономики – это взрывной рост знаний. Если я сейчас элементарно на 3 минутки попрошу здесь всех сидящих найти информацию, не касающуюся тематики данного нашего с вами, данной нашей встречи. Ну, к примеру, что это может быть? Например, интерцептор, да? Это элемент механизации крыла самолета. Это не интернациональная компания «Цептор», а это именно вот такое название очень интересное. Если вы сейчас достанете все свои гаджеты и войдете в информационные системы, каждый из вас получит достаточно большой объем информации об этом слове. Если вы еще вдобавок обменяетесь этой информацией друг с другом, и потом совместный, да, это результат здесь также доложите, мы получим абсолютно новые знания, которых не было даже в этих информационных системах. Таким образом, взрывной рост знаний. И основная задача цифровой экономики – это создание условий менеджмента знаний, то есть создание условий для генерации новых знаний, для их накопления и их управления. Спасибо. Я, если можно, продолжу. Я добавлю к тому, что сказал Александр, несмотря на то, что человеческий ресурс – самый тяжелый ресурс, да, это так, он еще… Не тяжелый, да? Но есть определенные особенности. Еще одна особенность в том, что… Скопировать это ладно. Он еще встает и уезжает, улетает. Он может физически находиться здесь, но добавленную стоимость создавать там. Станки, они не оторвутся от бетонной стяжки, они никуда не полетят. Это очень важно. Но здесь вопрос такой, что должно сделать государство, что должны сделать корпорации. Наверное, я думаю, что сейчас роль именно бизнеса в том, чтобы создать условия для раскрытия этого потенциала, и что я вижу, что видим мы в нашей компании. Очень важно, на самом деле, компания должна превратиться в ту среду, где каждый действительно талантливый сотрудник, действительно талантливый, вот это очень важно, способен полностью раскрыть свой потенциал. Поэтому корпорации начинают превращаться, кто-то быстрее, кто-то медленнее, кто-то умрет и не превратится, но начинают превращаться в предпринимательскую среду, где каждый талантливый сотрудник может выстроить свой бизнес. Вот кто сможет это сделать, тот молодец. Мы как раз-таки над этим сейчас работаем, и сейчас как раз-таки актуально становится вот… Когда говорим мы об инновациях, чаще всего понимаем под инновациями инновационные технологии, связанные с продуктами, но мы часто забываем об инновационных технологиях, в том числе связанных с привлечением, развитием и удержанием персонала. Вот сейчас, мне кажется, корпорации должны задуматься, и мы уже об этом задумались, что управление персоналом – это как раз-таки тоже должны быть здесь инновационные технологии. Что касается знаний, действительно, знания девальвированы интернетом. Как говорил Александр, в течение 2-3 минут, в зависимости от интернет-трафика, который вам доступен, вы найдете любую информацию. Но что сейчас ценно в голове человека, у сотрудника? Это как раз-таки не набор знаний, потому что набор знаний, набор шаблонов позволяет действовать очень неэффективно. Есть ситуация, для которой есть шаблон, ты решаешь задачу. Нет ситуации, для которой есть шаблон. То есть шаблон есть, нет ситуации, ты ее не решаешь задачу. Поэтому сегодня очень важно, чтобы в голове было мышление. И вот наличие людей с мышлением в голове – это очень большая редкость. И сегодня у корпорации задача либо находить таких людей, у которых есть мышление, либо развивать у них это мышление. Вот то, над чем мы сейчас очень активно работаем.
You know, I just would like to add before we continue. I would like to see, like, you know, I love the ideas of having a place where people could challenge their knowledge by searching for more knowledge. And I would be interested to hear, are the universities doing anything in that aspect as far as competition, as far as a place where people could go and invent, innovate something, or do they have to go outside the university settings to do that? And are there opportunities between the students specifically and some of the corporations here, whether it's a co-op, meaning that they maybe go one semester to school, one semester to work, or internship, or anything like that, or free time to do some of this innovation that you've been talking about? I love that idea. And I also really want to drill down on the idea of maybe one example of what company did to create an innovation or entrepreneurship culture. Did they give, you know, I don't want to give it away from what I know. I'd like to hear your opinion on it. Did they give more hours? Did they give flexible hours? And maybe you could reflect on, especially for you, Peter, on, like, why did you, for instance, leave where you were comfortable and then come to Belarus as coming back to be here? So there must be a good reason for that. So some of those insights would be great. Ну, я, наверное, расскажу про какой-то свой опыт, почему люди приходят работать в нашу компанию. Например, как инженерных кадров в Беларуси много, и, в принципе, вроде бы выбирать есть из кого, но талантов и привлекает в первую очередь наличие интересных проектов. То есть мы живем уже в эпоху, когда, ну да, деньги важны, и, в принципе, наверное, любая нормальная компания может платить выше там, рыночной какой-то зарплаты, но не зарплата мотивирует людей и сотрудников, которые… Сотрудников мотивируют интересные проекты. Интересные проекты, интересные работы, и это довольно важная вещь. Если отвечать на вопрос, например, Фариса по поводу меня конкретно, почему я вернулся в Беларусь, ну, меня привел в Беларусь интересный проект. Соответственно, так получилось, я вернулся в Беларусь, и здесь какая-то конверсия произошла моя профессиональная от ученого в сторону бизнеса. Но, опять же, возвращаясь к удержанию талантов, таланты нужно растить, таланты нужно искать, и нужно показывать, что в компании есть какая-то свобода для того, чтобы развиваться, и, то есть, в том числе профессионально, в том числе, может быть, какой-то внутри корпорации движение обязательно должно быть. Но самое важное, наверное, это, я повторюсь, это интересные проекты, на которых есть, как по-английски challenge слово, как по-русски это вызов какой-то, да, то есть мы должны жить вызовом, потому что конструктору, инженеру, там, какому-то производственнику интереснее заниматься какими-то вещами новыми, видят, что это будет где-то работать на международном рынке, вместо того, чтобы разрабатывать там 10 лет какой-то там модуль для космической станции, который там полетит раз в 10 лет. То есть интереснее что-то, что можно увидеть достаточно скоро. Я бы хотел не согласиться с риторикой по поводу того, что деньги не мотивируют. Деньги мотивируют. Я для эксперимента предлагаю, поднимите, пожалуйста, руки, кого мотивируют деньги. Вот, пожалуйста, доказательства. На самом деле это очень конъюнктурная риторика, которую проводят, используют по старинке многие наниматели, пытаясь тем самым уговорить, в кавычках, уговорить своего сотрудника не поднимать разговор о деньгах, а работать за более меньшие деньги. Коллеги, на самом деле идеальная работа – это классный проект, классная работа плюс деньги, где приоритетов нет. Это один приоритет. Потому что на самом деле деньги – это не только инструмент, с помощью которого мы конвертируем результаты нашего труда, кроме эндорфинов, еще и в какие-то материальные блага. Это некая система оценки, насколько ценен тот результат труда, который мы генерируем. Поэтому я считаю, что деньги и классная работа – это то, что задача нанимателя, задача партнера своих сотрудников дать, и тогда, как показывает наш опыт, будет классно. Причем, когда мы говорим о деньгах, дать не деньги, а дать предпринимательские возможности заработать деньги вашей компании. Теперь, что касается того, какие есть инструменты получения знаний и наращивания этого капитала, интеллектуального капитала, кроме классических университетов, опыта работы и так далее. Вот сегодня что мы видим?
много новых проектов, много новых задач, скорость накопления задач, интенсивность, она увеличивается, и те классические инструменты, о которых мы говорим, они способны лишь создать некий бэкграунд знаний. Дальше вопрос состоит в том, способен либо не способен сотрудник быстро самообучаться. Сегодня я хочу сказать, ни один университет, ни одна программа MBA, ни одна программа в нашей компании, чтобы быть справедливым, в нашей бизнес-школе, не превратила ни одного миллионера в миллиардера. Это факт. Но что их превращает из одного, людей из одного состояния в другое состояние? Это умение быстро самообучаться. Вот кто умеет быстро самообучаться, тот сегодня побеждает. Поэтому я думаю, что как раз-таки роль классических университетов, она будет все медленнее и медленнее видоизменяться. Я пока не готов сказать во что, но с точки зрения ценности, кто умеет самообучаться, тот победит. А кто не умеет самообучаться, кто говорит, мне не... Очень многие сотрудники, я думаю, вы сталкивались в своих корпорациях, говорят о том, что я это не делаю, потому что я не знаю, как это делать. Не знаешь, как это делать, уступи место тем, кто знает, как это делать. То есть, как говорят, давай до свидания. И я обращаю ваше внимание, учитесь быстро самообучаться. Вот консалтинговый бизнес этому очень быстро учит, потому что сегодня мы работаем с фармацевтическим бизнесом, завтра пищевая промышленность, и нужно из одной сферы впрыгивать очень быстро. Взрывается мозг, но это жутко интересно. Теперь, что касается студентов. Студентов, которые могут приходить в корпорации на стажировку. Это очень круто, это очень здорово, но я даже знаю, что очень многие корпорации, они с удовольствием готовы брать, но многие корпорации обжигаются низкой мотивацией самих студентов. Вот сегодня что мы имеем? Из вуза выходят студенты, которые не замотивированы прийти в корпорацию и очень быстро получить определенный набор знаний, который им поможет дальше больше зарабатывать. Что последнее хочу сказать. На что тратит наниматель время? Первое время, когда к нему приходит соискатель. Он ломает, к сожалению, он и действительно ломает ту модель ценностей, с которыми приходит соискатель-практикант в корпорацию, а потом начинается движение. И вот я поделюсь с вами результатами математики, многие меня будут убеждают, берите студентов, это очень выгодно, развивайте. Я скажу так, все это чушь, если мы начинаем считать цифры, то студентов на работу брать невыгодно, невыгодно их развивать. Выгодно брать людей, которые уже профессионально определились, их не мучает когнитивный диссонанс в эту корпорацию, они пришли в другую корпорацию. 2 года есть уже определенный тренд. Секунду, сейчас закончу. Это как стартапы. Глупо их покупать на стадии презентации. Правильно покупать стартапы, когда они уже показывают, демонстрируют реальную монетизацию. Вот считайте, что студент – это стартап, и покупайте его на том этапе зрелости начальной, когда вы видите, что из него что-то получится. Пока он цветок не вырос из земли, это не стоит тех денег, которые многие готовы платить. Спасибо. Well, just so we can stay on time, first of all, I appreciate the disagreement because it's healthy to have disagreements. I also would like to challenge the disagreement because there are many entrepreneurs that we see through the hackathons and beyond that don't really work for money. They don't even make money. And the other side of the coin is really the idea of investment versus, you know, wasting money or energy. Many of these ideas come from people taking chances of something that's crazy or might look like crazy to the world. And I think it's always okay to have someone disagree with some ideas. I worked with a company that invented a new solution for the blind. And when they first came to us, nobody wanted to talk to them because that was a crazy idea. And they just got bought out for $36 million back in August. Up till then, they were begging for money. So there has to be a point where we allow innovation and risk-taking and support the feeling of that idea, because from that experience, what probably will allow other ideas to emerge. And whether we agree or disagree on the topic of the money, I think the key is to continue the conversations, to keep it challenged and to keep it honest. I'd like to just say maybe one word from you on to close this remarks of what, you know, just one piece of advice that you give all of us that we can do to support companies move with industry, to support entrepreneurship and innovation, or to support retention of talent. So either one, just one keyword or advice. And please limit your answer to 6 words or less.
Я не принимал участие в дискуссии, но тем не менее хотел бы сказать, что для того, чтобы родились профессионалы, для того, чтобы у нас была нормальная культура как среди молодежи, так и среди взрослых, нужно начинать, конечно, с образования, и это для нас это университеты. И вот как раз наша задача наших университетов состоит в том, чтобы создать предпринимательскую атмосферу и креатив определенный на базе и во время учебы нашего будущего специалиста, который приходит на предприятие. Я соглашусь, что очень важно и знание, и очень важна и заработная плата. Но хотел бы отметить, что заработная плата – это заработанная плата, а не плата, которая платится сотруднику. И в этом плане, конечно, важны профессионалы, которые могут принести ее, и могу согласиться с этим. Но в то же время мы должны поменять ту атмосферу и то классическое образование, которое существовало в наших университетах до последнего времени. Мы все предоставим возможность нашим студентам до сих пор участвовать в олимпиадах, различных конкурсах и так далее. Но, к сожалению, во время учебы редко подпускаем к тому, чтобы проявить свои знания, идеи и реализовать на этих знаниях и на идеях, сделать какой-то готовый продукт, модель. И вот сейчас эта задача изменить не только систему образования, но и изменить культуру не только молодых людей, но и преподавателей, привлечь туда. И в этом плане, конечно, важна поддержка на макроуровне государства для того, чтобы создать для наших преподавателей атмосферу, чтобы учить наших ребят, приходили действительно талантливые люди, профессионалы. Сейчас это делается больше на общественных началах, а хотелось, чтобы эта система работала на уровне Министерства образования, на уровне преподавателей и так далее. Можно очень долго говорить об этой проблеме, но начинать это делать нужно на практике. Вот этим мы и пытаемся сделать в нашем университете. Я бы хотел сказать, что стране нужно больше акселераторов, больше хакспейсов, больше хакатонов, больше инновационных компаний, больше компаний, которые понимают, что необходимо заниматься как образованием, так и работой со студентами, так и работой с собственными сотрудниками. Стране необходимы компании, которые работают с технологиями на высоком уровне готовности. Стране необходимы компании, которые там, работают со стартапами на сид-стадии, работают с какими-то спин-офф компаний. И если этого всего будет в стране много, тогда не какие-то спорадичные единичные компании, которые там, то сям появляются, таких компаний станет действительно много, то вся система сама себя начнет рождать каких-то там звезд, суперзвезд, да, которые у нас уже начали рождаться, например, в IT-отрасли. То же самое будет и в реальном секторе, во всех остальных секторах. Но просто этого должно быть много, это должно развиваться, это должно быть поддерживаться как государством, так и снизу поощряться простых людей, которые этим занимаются часто на волонтерском уровне. Спасибо. Я добавлю, если можно, да. Мне кажется, я быстро очень скажу, потому что стране много не нужно. Стране нужно просто... Есть отличный положительный опыт, он, правда, только один, это ПВТ. Очень многие не любят ПВТ. Я знаю, почему не любят, завидуют. Но мое мнение такое. ПВТ — это отличный прецедент. И теперь что нужно делать? Брать модель ПВТ и распространять ее на все остальные отрасли, отрасль за отраслью. А там бизнес делает все сам. То есть... Бизнесу нужно дать ту возможность, ту среду, когда он сделает все сам. Что касается вузов, согласен, там нужны вдохновляющие примеры. Я помню, когда мы изучали экономику в политехе, я в политехе учился, нас учили деньги зарабатывать взрослые мужчины 50+, которые на работу ходили пешком. Не было вдохновляющих примеров. Хотелось бы, чтобы зарабатывать деньги учили миллионеры. Ну вот и все. Я хотел бы напомнить всем сидящим, что такое талант. Талант – это две составляющие. Первое – высокие компетенции и потенциал, то есть знания, навыки, умения и желание развиваться. И вторая составляющая таланта – это результативность. То есть тот человек, который применяет свои знания на практике, выдает результат – вот только при этих условиях можно говорить о том, что это талантливый человек. Поэтому только образованием
то есть получением соответствующих знаний, навыков, это компетенций, не обойдешься. То есть да, здесь нужно заниматься системой высшего образования, она абсолютно не соответствует даже сейчас нынешней действительности. Ее нужно полностью переворачивать на 180 градусов, превращать из 80% в клювике даются знания, и только 20% студент пытается что-то скачать из интернета в виде курсовой и дипломной работы. И вторая составляющая – это компании, которые должны создавать условия для результативности вот этих вот ребят с высокими знаниями, с высоким потенциалом. То есть это работа в двух направлениях на сближение друг к другу. К сожалению, до этого нам еще пока далековато. А наше последнее слово. Давайте делать вместе, реализовывать ваши самые безумные идеи вместе с Амагуру. То есть молодым, талантливым, инициативным милости просим к нам для самообразования, участия в наших мероприятиях, чтобы вы делились опытом. А для корпораций давайте делать что-то вместе, чтобы удерживать таланты, привлекать новые таланты, решать ваши задачи с помощью инновационных решений. Thank you. Mm-hmm. Well, first of all, I'd like to thank the panel for being here, so thank you. Thank you very much for moderating it. It's always good to have disagreement and agreement. The road of entrepreneurship is messy, crazy, and it's not always fun. But as long as there's a conversation, obviously there's a way to do it. So thank you, and of course, thank you all for being here. I also want to say thank you for having us. Thank you so much. Have a good day.